Работы на этом участке идут полным ходом. Уже осенью здесь откроют новую дорогу на 3 полосы движения. Это необходимо для того, чтобы обустроить парковку у здания 6-го кассационного суда. Деньги на все это поступают благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас приводят в порядок улицу Аксаковскую от Урицкого до Ткачевской. Раньше у дома номер 29 по улице Урицкого был тупик. Водителям приходилось ездить по накатанной узкой грунтовке. Но уже вскоре подрядчик исправит ситуацию. Здесь заложена капитальная дорожная одежда, то есть полностью с земляным полотном, с основанием и с 3 слоями покрытия. Земляные работы в части проезда закончены полностью. Остались часть земляных работ, которые будут проводиться для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории. Протяженность ремонтируемого участка составляет 148 метров. Общая площадь – 1780 квадратных метров. На Аксаковскую можно будет попасть с кольца, которое располагается у Крымской площади, а также с улицы Ткачевской. Тут запланировали правые и левые повороты. Таким образом, на этом участке организуют полноценное двухстороннее движение. Часть дороги на Мечниково, примыкающую к зданию 6-го кассационного суда, превратят в просторную автомобильную парковку общей площадью более 4000 квадратных метров. Устройство данной парковки позволит тем, кто планирует посещать здание суда, оставлять свой транспорт в достаточно комфортных, спокойных условиях, там и так и тем жителям, кто планирует посещать непосредственно Крымскую площадь. Благоустройству прилегающей территории также уделяют повышенное внимание. Уже на следующей неделе после устройства щебеночного основания здесь начнут укладывать нижний слой дорожного покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона. Далее верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечит прочность дороги. Объект должны сдать не позже конца сентября. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.